Так. Чё? Всем фишеру? Подтвердите поставку. Отлично. Так, нам к Чарли. За эхолокатором. Эй! Чарли? Эй, Сэм, я тут недавно заглянул в медкарту Вика. Ты что, взломал их базу? Разве это взлом? Было бы что ломать. Чарли! Так вот, новости, скорее, хорошие. Ему лучше, даже пришел в себя на пару минут. Ты же хотел это знать? Спасибо тебе. Но не таким образом, твари. Давай на снаряжение. Блять, как же ноги мне болят? Ёбаный в рот. Чё мои страдания истока? Мало бабла, сука. Чем нужны очки с эхолокатором? Давай купить, применить. Всё, я бы купил такие. Ну, можно и такие. Пум, 49. Штаны, сетка, да? Перчатки. Жилет. Пистос. Пистолеты. На этом все. Узнаю что-то еще, дам знать. А эти нихуя не отвечу. Так. Смотри, здесь тоже данные.
видим особняк Нури. Картинки через 3. Блять, как ничего не улучшил. Типа. А, вот он. Сюда. ДСТ. Одиночная компания. Ну давай, давай. Поехали. Белый дом призывает граждан США не поддаваться панике после попытки инженеров устроить теракт «Американская жизнь» первый из их списка. Как сообщил Минздрав, это была биологическая атака. Она могла унести жизни более 2 миллионов жителей Чикаго. Крупнейший теракт за всю историю США не состоялся только благодаря оперативным действиям небольшой группы спецназа. Пингвинов. Небольшой группы пингвинов. Ну ладно, что у нас тут? То же самое, да? Флешка, тайник. Флешка, тайник, да, видишь. А, захватить. Сэм, у нас проблемы. В сети прорва данных о Кобине. Многие говорят, что он пошел на сделку с дядей Сэмом. Как они узнали? От нас. Что? Грим не сказала? Чикаго не дало нам никаких наводок. Ты велел начать охоту, это приманка. Без моего ведома? Почему ты все решаешь по ходу дела, а нам нельзя ничего предпринимать? И что, по-твоему, нам это дает? Резу Нури. Спустя час, как я слила инфу о Кобине, мое письмо переслали ему кучу раз. Программа слежки? Обычный веб-маячок. Поновее фото не нашлось? Зато информации полно. АНБ считает, Нури связан с Ираном. Фото загружено, Грим. Спасибо. Дом у него просто крепость. Новейшая сигналка, военная охрана. Ерунда, Сэм. Если хочешь идти на штурм, у меня есть то, что надо. Что? Что-то прямо себе... сейчас? Я, в общем, еще не доделал. Я сейчас принесу. Наши действия. Нури знает, что ты у нас. Он думает, ты сдал его. Черт, как он узнал? Невезуха. Хочу знать, чего он задергался. Не знаю. Я поставляю оружие, он людей, у нас полно общих друзей. Я сумел встроить ЭМИ и высокоплотный конденсатор в трикоптер. Надо еще доработать. Но если хотим сломать систему защиты... Что в чемодане? Термит. Взял у друзей взлом... Ну, в общем, у приятелей. Добавь к снаряжению. Расскажешь что-нибудь еще, Кобин? Слушай, я знаю парня, который делал для Нури систему охраны. Могу расспросить. Поехали. У Нури тебя точно ждет засада. Если хочешь обхитрить его, прихвати с собой мины и камеры-липучки. Ну, камера-липучки есть, а мины... О, мины... Нет у меня мин. И бабла нет на мин. И вообще... Жопа сплошная. Чё там, Спайдермен 40 минут установки, да? Кобин что-нибудь сказал? Не поверишь, да. Сказал. У Нури есть бункер на крайний случай. Правда, источник Кобина не знает, где именно он находится. Шикарно. Хочешь подождать? Нет. Нам это даже на руку. Зачем гнаться за Нури? Он сам себя в угол загоняет. Как мы заставим Нури скрыться в убежище? Вырубим ему свет. Дай мне доступ к пункту охраны. Я найду разведритель и дело в шляпе. Место? По дороге к главным воротам. Скину детали на твой обсад. Cuando estará listo el auto, cuando lleguen las piezas que pedí, se dice que el proceso se sale para el proceso.
Иди сюда. Так и хотел. Воу-воу-воу. Можем Ну вот, очередной собачник. Нашел, блядь. У собаки был автомат, пришлось его убить. Все. Эй! Э? Э? Судя по звукам, там кто-то есть. Зачем-то я тебя сейчас хочу отнести и выкинуть. Воу-воу-воу-воу. Ты погодь. Эй, могу двадцать?
СМИ прав. Я в комнате безопасности. Я все могу взломать. Пусть Чарли перенаправит видеопоток в СМИ. Подключу программу распознавания лиц, чтобы найти Нури. Нашла, Сэм. Он идет в дом. Балкон — слабое место системы охраны. Подтверждаю. Тенек бы не помешал. Надо вырубить питание. По камерам есть хороший обзор территории? Сейчас тебе все скину. Много энергии идет к щитовой будке у бассейна. Видимо, там под землей главный трансформатор. Я туда. Выбирайся через окно сзади. Открываю его. Вперед. Действуй. Помочь? Не надо, я справлюсь. Нашел что-нибудь? Так, ну. Там еще один. Блять, как же мне вас обойти? М?
бомбу! Еще одна пара глаз тут не помешает. Поехали. Сколько у вас там, блядь, заебали? Тут пусто. Чарли, трикоптер работает? Телеметрия в норме. Помех передачи данных нет. Ладно, поехали. Осторожней, Сэм. Он все же не бесшумный, и Эми тут не поможет. Не волнуйся, я сберегу твою игрушку. Теперь наверх. Так. Сэм, ты почти у распределителя. Поехали. Бум! Началось. Есть визуальное подтверждение. Здание темно. Нури запрется в своем бункере. Мне нужны координаты. Я пока ищу. Отметила два возможных пути в здание. Через балкон и боковую дверь. Отправляю тебе на обсад. Что за хрень? У нас проблемы. Света нет! Проверь, погоди! Кое-что проверь. Живей! Беспекаду. Давайте, блядь. Thank you.
Тихада. Esto es serio. Vamos afuera. Todo bien en los pisos de arriba. Несколько раз проехал черный грузовик. На военной радиочастоте говорят на парси. Будь осторожнее. Мальдита сея. Грим, бункер у него сборный? Что-то есть. Продолжаем искать, парни. Из отличного титанового сплава. В твоих очках должен светиться. Сэм, Нури понатыкал инфракрасных лазеров, прервал луч, поднял тревогу. Чистый баран. Оглядись через очки. Здесь все чисто. Иду дальше. Yeah.
слабые места бункера, чтобы попасть внутрь. Предложил попробовать через верхний этаж. Наш убит! Продолжим. Бункер, но дверь, похоже, из стали, дюймов 8. Нури не экономил. Уж лучше попробуй потолок, он тоньше. Чисто. Дехен де фастидиар, это серьё. Дверь уже была открыта? Alguien en ese balcón. ¿Me copian en la cochera? Cambio. Chequear la cochera.
Давай, взрываем бункер. Мэн, полдором! Полдором! Были бы нужны деньги, я бы ограбил банк. Американец? Разве ты не от иранцев? А зачем ты Ирану? Может, сперва решим более насущные проблемы? Сэм, они снаружи. Ударный взвод. Ломают двери. Я полагаю, это Коц. Если сможешь вытащить меня отсюда живым, обещаю, щедро награжу. У всех есть своя цель. Мне нужна информация. Маджид Садик. Даже если б я его знал, все равно никому ничего не сказал бы. В нашем деле это главное правило. Но нет правил без исключений. Будет тебе, Садик. Это идея. За мной. Под особняком есть туннель, я сам его устроил. Он ведет к личному причалу. Ты разберись с ними, а я пока здесь подожду. Будь наготове. Нури, пошел. Они нас отрезали! Вижу их. Я остаюсь здесь. Так. Они здесь! Тихо. Все чисто, бегом. Где этот туннель, Нури? Уже близко. Мы уже почти у входа. Блять, идешь, Нури. А? Грим, мы приближаемся к туннелю. Есть варианты? Есть один. Река — единственный путь. У причала Нури есть лодка. Тут и для меня оружие найдется. Нет уж, мне пуля в спину ни к чему. Хочешь жить, начинай говорить про Садика. Схема простая. Он мне наличные, я ему солдат. Зачем ему солдаты? Не мое это дело. Погнали. Не спеши. Да ты что, издеваешься? Вот как ты обходишься с теми, кого защищаешь. Притихни, нам обоим будет проще.
Это плохая идея. Разозлить Куц, вот плохая идея. Нравятся последствия? Внедорожник врагов, Сэм. Бегом к причалу. Понял. Давай, уёбывай меня. Да! Имена, живо! Вот, держи. В этом файле имена и номера паспортов всех агентов, посланных Садику. Грим, отправляю тебе файл с телефона Нури. Проверь его. Сейчас. У нас нет времени. Думаешь, я тебе доверюсь? Сэм, выдвигайтесь. Они уже совсем рядом. Да, похоже на то, правда? Файл Нури проверен. Валите. Обработка. Да. Чё, призрак хуй, да? Давай, панчер. Чё, пантер тоже хуй? Ой, давай. Она же идет пополнение. Твари. Ничего мне не дать. Данные Нури нам пригодятся? Мы проверяем номера паспортов. Если повезет, получим данные о людях Садика. Почему его отпустили, я должен торчать тут с вами? Потому что ты нужен здесь, а он там. Вашингтон считает, что Иран связан с черным списком. Нури может быть их агентом, а ты просто оставил его там. Он будет нашим вкладом. Это ошибка. Положение в Иране рискованное. Ты часом не общалась с госпожой президентом? В другой раз не забудь рассказать ей об этом. Чарли. Маяк. Взял твою идею с письмом и закинул вирус в телефон Нури. Есть навигация, прослушка, файлы и шанс, что он заразит свой компьютер, пока не сменит телефон. Так узнаем от Нури больше, чем если бы заперли его с Кобином. Не согласен. Все, понял, тебе плевать, молчу. Вашингтон дает нам одни догадки. Факты достаю я. Ты рискуешь войной. Садик уже развязал войну. Мы должны ее остановить. Продолжай проверять паспорта. Нужна зацепка и побыстрее. Так, что там? Позвоним. Дочке. Дочке. Алло? Сара, перелет затянулся, мало времени. Да ничего. Ты в курсе, Анна уже все рассказала? В общих чертах. Как твои дела? Да так как-то, все тихо. Американская свобода уже на подходе, но здесь довольно тихо. Что-нибудь знаешь о Вике? Я им звонил, его привезли в Штаты, он... Ему уже лучше, ну, немного лучше. Спасибо, что звонишь. А у тебя... Все хорошо? Не волнуйся за меня. Лучше я поволнуюсь, пап. Жаль, нельзя тебе запретить. Пока, Сара. Пока, пап. Так, ладно, на этом все. Подробнее о комплексе. Очень долгая была миссия.